Красоте восточного танца можно удивляться бесконечно. Экзотическая музыка, пластика движений, богатство костюмов – все это оставляет яркие впечатления и вызывает восторг. Участниками фестиваля в нынешнем году стали танцоры со всей Беларуси и ближнего зарубежья. Наш город оказался одним из самых богатых на восточную экзотику. Восточные танцы представляют сразу 4 клуба – Халиса, Азалаис, Восточные ритмы, Джава. Возрастных ограничений нет. Я танцую в группе Джава. У меня учительница Оля Логовина. Я люблю танцевать и умею делать животом танец. В этом танце мне нравится практически все. Ну, только есть одна нота, что иногда можно очень-очень сильно устать. А так все отлично. В фестивале приняли участие танцовщицы из других городов. Восточный танец, конечно же, это жизнь, это язык тела, это вдохновение, это, наверное, внутренний мир, твой внутренний мир. Я очень рада, что я занимаюсь восточным танцем, я рада, что мои девочки, они очень любят, они приходят, они отдаются этому танцу, они познают, что такое женственность, что такое женщина вообще, как она должна себя подавать, нести в обществе. Мы как бы не очень давно занимаемся, именно девчонки мои. Я давно уже в танце. Не только в восточном, вообще в танце давно. Перед выступлением небольшая разминка, репетиция. Волнение, конечно же, не избежать, но все это компенсируется на сцене при ярком свете и блеске. Я очень люблю восточные танцы, мне они очень нравятся. И восточный танец это стало для меня очень хорошее хобби. Мне очень нравится заниматься восточными танцами, это очень хорошо, это мое любимое хобби. На фестивале было разыграно 32 комплекта медалей за сольное и дуэтное выступление. И также 22 кубка получили групповые номера. Собрались сегодня команды из разных городов Беларуси. Конкурс у нас является рейтинговым, поэтому для участниц это огромная честь сегодня принимать здесь участие. Это рост для участников, это очередной опыт, опыт в их выступлении, опыт в их танцевании, отработка своих же номеров. Все мы, конечно, стремимся принять участие в республиканских кубках и чемпионатах Беларуси, а это уже как подготовительная стадия. Всю красоту восточного танца смотрите сегодня в программе «Есть повод».